дорогие братья и сестры. Сегодня день благословения Божия. Каждому из вас, кто пришел, отложил свои дела, свои попечения и пришел на эту святую гору. Вот некогда происходили события, описанные в книге Бытия и в книге Исход. Как народ еврейский оказался в Египте. И по повелению Божию этот народ хочет выйти из плена египетского и пойти к горе Синайской, чтобы принести там жертву Богу. И вы помните, как тяжело было этим людям выйти. Не пускал их фараон. Сколько пришлось нашему Господу совершить знамений, чудес, какие казни послать на народ египетский, для того, чтобы люди Божии, благословенные, смогли выйти из этого плена, пройти через море и прийти, взойти к горе Синайской, где получили благословение Божие и закон. Мы сегодня, как тот народ, тоже зашли на гору, тоже отложили те попечения, те привычные дела, которые, как евреев, эти привычные дела, что они там делали? Сеяли, доили свой скот, делали кирпичи, продавали их фараону. Такой у них был род занятий. А Господь Бог ждал от них поклонения, чтобы они поклонились Ему, чтобы они прославили Его, воспели, услышали Его и делали, поступали, жили по Его установлениям, по Его заповедям. И сегодня наш милостивый Господь ищет и желает, чтобы мы откладывали свои попечения и не забывали Ему поклоняться, не забывали призывать Его святое великолепное имя. Евреев, которые вышли из Египта, было много. Как свидетельствует книга Исход, около 600 тысяч только мужчин, а еще женщины, дети, а с ними еще мелкий и крупный скот, много имущества, повозок. Вот так Господь повелел, чтобы они именно так вышли из своего стана, из земли Гесем. Мы сегодня тоже, и женщины, и дети, и мужчины, не 600 тысяч. Но я думаю, что для нашего Господа, для Божьей Матери, дорога каждая душа, кто сегодня, ваша душа, те, кто пришли, приехали, те, кто здесь живут, на этой горе, подвязаясь и прославляя Божию Матерь. Помним, что за вот эти труды, за ту веру, которую проявил народ к Моисею, веру к Богу, что Бог через Моисея повелевает им выйти, они большие труды подъяли. Представляете, пройти такой путь в опасностях с такими ношами, это было очень непросто. Но они двигались верой в то, что Моисеем управляет Господь. И не сомневаясь, пришли к горе Синайской и получили то благословение, о котором мы читаем в книге Священного Писания. Я думаю, что для вас тоже был путь непрост. Я думаю, что для сестер обители путь к сегодняшнему дню тоже был непрост. Пришлось преодолевать много искушений. Что было? Вы помните, вчера, позавчера, без зонтика пойди-ка выйди. Ветер такой, что валил деревья, фонар осветительные. А сестры, как некогда Ной строил ковчег, все удивлялись, посмеивались, что он делает, что он там строит, корабль в пустыне. И вот сестры под дождем, ветер гнул и качал, но они устраивали праздник. И сегодня, как некий венец, как некая печать, благословение Божие, благорастворение воздухов, тепло солнца, не льет вода с неба. И мы имеем возможность прославить нашего Господа. Как некогда народ еврейский, да, но больше. Когда евреи собрались около Синайской горы, она повыше, чем эта гора, то она тряслась. Молнии, громы, огонь сходил с неба. Вот так было явление Господа. У нас сегодня, слава Богу, гора не сотрясается.
Но перед нами большее явление, чем было перед евреями. Там лишь один Моисей беседовал с Господом и видел лишь задние его. Мы здесь стоим перед Господом лицом к лицу, перед Его Пречистой Матерью. Мы здесь видим и осязаем, мы причащаемся тела и крови воплотившегося Бога. Что может быть больше? Да ничего. Какое благословение может быть большим, чем то, которое сегодня снизошло на нас здесь? Никакого больше благословения на этой земле быть не может. Мы его приняли, мы должны поблагодарить, восхвалить нашего Господа, постараться жить так, чтобы это благословение его не было нами растоптано, так как его растоптали евреи, когда стали отливать золотого тельца, поклоняться ему, поклоняться чужим богам. Надо сохранить верность нашему Господу во всех любых обстоятельствах, в которых мы живем, находимся. В тишине кельи, в трудах, послушаниях монастырских, в семейных заботах, на работе, среди друзей, среди недругов всегда есть возможность исполнять священные заповеди нашего Господа, проявлять к Нему любовь, к Нему и к тем, кого Он создал. Я хочу в этот святой день, когда мы почитаем Матерь Божию, ее образ боголюбский. Матерь Божия явилась святому благоверному князю, страстотерцу Андрею Боголюбскому. И он это явление запечатлел на иконе. И с того времени стали почитать этот образ, построили целый монастырь, обитель там, во Владимирской земле. И во многих иных местах и здесь было угодно Господу, он положил на сердце устроителю сей святой обители, архимандриту Зосиме, именно такое посвящение этого места, этого монастыря, чтобы мы приходили сюда и проявляли этим самым свою любовь к Господу и к Матери Божией. Дорогие, давайте это благословение сохраним. Сейчас мы будем благодарить Господа, прочитая благодарственные молитвы по святому причащению. Отправимся в традиционный крестный ход по тем местам, по тем священным местам, где находились кельи, где жили и несли свой подвиг сестры Боголюбской обители.